Во время состязания участникам предстоит продемонстрировать спортивную подготовку, творческие навыки, знания культуры и истории своей родины и войска. Казачество возрождено, войска созданы. И сегодня молодое поколение молодых казаков, представляя казачьи регионы, представляя казачьи войска, еще раз подчеркивает, что мы защитники Отечества и защитники рубежей. В финальном этапе Всероссийской спартакиады до призывной казачьей молодежи принимают участие 9 команд. 90 юношей из 9 казачьих войск преодолеют 10 конкурсных испытаний, в которых важно проявить хорошую физическую подготовку и умение работать в команде. В этом году соревнования пройдут между участниками 2001 и 2002 года рождения. Команда из Ярославской области стала победителем в прошлом году. В этот раз они не планируют уступить первенство. Победный настрой. Приехали сюда побеждать. Надеемся, что победим. И в следующем году наши последователи тоже одержат победу в этих соревнованиях. Несмотря на то, что очень короткий промежуток между окружным и всероссийским этапом, мы тренируемся каждый день, не менее 4 часов. Прикладываем максимальные усилия для качественной подготовки. Участники игры «Казачий сполох» преодолеют 11 конкурсных испытаний. Им предстоит проявить творческие способности, эрудицию и физическую подготовку. В 2018 году за Кубок победителя будут сражаться 10 команд. Еще 50 молодых казаков приехали набраться опыта и смогут выступить вне зачета. Это очень большая честь, так как мы, 10 человек, представляем все уссурийское казачье войско. Это на самом деле очень большой шанс показать себя, показать, чего мы достойны, как мы тренировались, показать, что мы проводили время не впустую. Молодых казаков на протяжении 2 недель ждут не только соревнования. Среди мероприятий образовательной программы – выставка уголков казачьего быта, фестиваль казачьих киностудий, знакомство с казачьими традициями во время поездки в культурный комплекс «Атамань» и настоящий казачий бал.